Он очень хорошо пробивает этих боссов. Давай лучше пофудим, что сегодня опять ничего не упало на медведя. Третья КД подряд. Вот, вот как это, ходить три КД, чтобы ни одна из шести шмоток не упала. Митриус и Зов. Опять Митриус, опять Зов. Опять Зов в ДВ рейде, надо было сказать. А Вага его зашел, забрал на мой инспект. А, Вага! А, все, да, у меня минус конкурент. Да, Вага? Там старый, наверное, уже заебался с этой теренаской. Сколько он раз уже ходит за ней? Знаешь, вот у каждого человека есть какой-то проклятый слот. Какая-то шмотка, которая не падает только ему. А можно сказать, что у меня 6 проклятых слотов? Возможно. На каждом персе есть такой проклятый. Вот у меня 6 слотов, которые не падают уже месяц. Ни одна из них. Типа, какова вероятность того, что 6 вещей не упадет в неделю? Месяц это такое. Раздавак, это хреновый танк. Нефиг свои дотемы ставить, куда попал. Блин. А чё медведем играть? Ты опять просто жмешь одну кнопку. Это у меня офигенная ротация. В среду челик один на мой аккаунт зашел, потому что я уже спать пошла, и у меня не был закрыт магик. Попросила его, типа, чисто зайди так, и магик закрыл. Кто там с лакой диспел? Он вообще ни разу на друиде в жизни не играл. Он просто, типа, зашел на магика, в танке, потанчил босса и дал еще это, на шестом месте по ДПС. Классика. Ну, это в Мишке. На моем броне. Челик, который в первый раз на медведя зашел. Я тоже. Какой-то бесполезный класс-то сразу становится, когда... Я вот не помню, кто-то вчера в гилд-чате разводил тему, что у Ретрика больше всего кнопок в игре. У кота же нет. Не могу... Раздавака, просто посмеемся в стороне, да? Ротации для дамага у кота, по-моему, больше всего. 9 кнопок. Кот и Эмма, они одинаково. В ВП не играли. Или Фантом. Ну или Фантом. Ну это скиллы, которые можно юзать в процессе боя, вот именно ротация. За разбойника поиграйте в ПВП, вот там охуей. Не, ребят, вы хотите с того, чтобы этот разбойник нихуя не может делать ПВП. Потому что если будут чевары, которые вас нахуй убивают ДК и так далее, дотки в коше, с того будет тупо гореть. Вот. И дамага нихуя нет, здрасте. Ни хп, ни дамага, нихуя нет у разбойников. Да, только 200-х ловить на БГ. Кто-нибудь еще помнит? Там, понимаешь, ты, если проебешь вот свой контроль. Все, ты просто вылетишь. Кипиша помню. Я, короче, неделю назад с Кипишем на арену ходила. На ханте своем. Он все так же пиздит на всех? Да нет. Слили 20 из 25. Неплохая статистика. Ага. Слили. Обычно после рировая полнивает. Типа он просто хотел на своем 205-м шамане с кем-нибудь пройтись за победу. Понимаю. С хантом лучше сетап. Карин, а ты своим хантом пошла, да? Да. Неплохо. Смотрите руки. Ну, при условии, что ты с Глорой бегаешь, 245-й, типа, да, смотрелось немножко странно. Тебе моего хила показать, в котором я вам Амалара хилю?
Там 245-я Триня, 4 245-х Т4. Так пошел бы с шаманом, паролил бы. Ну, блин, мне сказали зайди магом. Я зашел маг. Просто что, я умер. Сейчас добегу и буду сбивать. Да блин, эти касты даже покаяние. Короче, бейте, короче, я касты сбиваю. Шуман, шумаговый. Они чем угодно сбиваются. Просто я его сбиваю. У мага 24 секунды КД вместо на антимагии. А мне 2 минуты на стан. Ну, а что-то у меня не успеет. У меня тоже. А куда Ауди делся? В смысле? Он написал, хилы есть в рейде или внук? Типа это же из протеста? Не знаю. Он стоит, громилу долбит, когда все долбит череп. Нет, просто как бы человек, если человек не понимает, что у всех мобов автосброс агра в нулину, ну что поделать. Не сейчас рыба? Вот ну, серьезно, вроде, даже короче, в ЗС-ке, по-моему, трэш более приятный, чем тут. О, братанчо. Да давай я соло. Да просто соло медведем потанчу. Я мага могу позакрывать 2 раза. Даже 3. Ну, один раз просто закрываешь, второй раз глыбой закрываешь, третий раз опять просто. Добирать не будете? А чё? Лага, въеби ему 200-ку. Все, всех бафнуло. Кулаки каст. Кулаки М5 на всех есть. За квадратом. Че, где постоять? Подстраховать? Слева? Сзади? Ну окей.
Я могу так рискнуть. Да, готово. Чё, надо в твое окно зайти? Да, босс один монитор. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Блядь, вы каску можете докадать, нет? Есть у него каска, чё он орёт? 2 минуты. Нормально поживешь без каски 2 минуты. Еще раз так кричать будешь, вообще ничего не дам. Память где-то. Ты 5 багнул. Рука нет. Милики рук не видит. Милики справа. Двое рук в миле. Следующую центральную закройте сами. Нет своего больше. Да нет, мы вдвоем танчим. Сзади. Сзади. Сзади 2. Да. Давай. Сзади 2. Мили слева.
Сзади две. Давай, Полин, этого недамажащего инхаб гони. Слева мили. Шерман, уйди, умрёшь. А что делать-то, если не, не попасть там? Да я понимаю, но видишь, блядь. Сзади, слева. Я закрою, Грутар. Ага. Но на мужика зато. Сколько у него уже? Три, нихуя он же. Один. Подожди, стой, 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 еще один не кинул. А. Топор нужен. Там еще латные перчатки есть, такие неплохие. А с предыдущего босса были. Ну или наруч, я не помню. Да-да-да, надо. Я помню, с Джоками ходил на Бессмертного, там в самый последний момент запороли на Сапфироне. Ой, Войт, мы иллюжинами ходили на Бессмертного, у нас на третьем боссе танка уронили. Да, было такое. Ну да, там все вместе делалось, и бессмертные ачивы, блядь. Непонятно, где сейчас бить начнут. Так ты собираешь сразу на ачиву, почему нет? Потому что ты когда один раз это все делал, тебе это уже повторно уже не так интересно просто. Я записала, мне нужен чит с лоста. Там их несколько падает, мне нужна, которая с мордочкой. Там самое нифиговое, что падает, это кистевуха.
которым меня на этом нейли. Кирюха, мне нужен щит. Как вас туда заманить, я не знаю. Только ачива. У меня ачива это есть. Дайте полетать на невидимом. Да, на друида топ. На Таурена. На друида топ. Гриб слишком ленивый. Он теперь там чаёв попивает. Этот конь есть на трёх персах. За грибочками, да. Мы вчера, когда он нас в Аргримар суммонил, он нам свой дом показал. Там продавец грибов стоит. Рабство карается законом. Просто я за ним стом. Сейчас один танч. Че, два танка на боссе? Типа ты на боссе, я на трэше. Коварик, вы кого-то, вы кого-то из гильдии специально ищете? Нежно. Ну, типа на одного босса пуга брать. Такое. Почему? Почему? Ну, не знаю, обычно. Обычно никто не это, не идет. Хотел Удана спросить. А некоторые специально ходят на допронос Гроля Майка на Майке, потому что Майка уже печенька не анрол. Потом на Гроля другим рейдом, где печенька не с Гроля, а анрол с Майка. Бойд, поставь коварика на ку. Я вот могу одного тела спустить, но особо делать нужно? Да. Естественно. Там еще и лужи открываются. Ну что, спрашивать, нет? Кил, сова. Спрашивать его? Дай, либо ассиста мне, либо... Давай это не хочу. А кем ему? Совой, но сова хуже. Войт, ответь. Он написал. Тут мне еще опять... Давайте рейд 20 сов, чтобы у гриба инфаркт случился. Как это можно сделать на... Так. Маус баф. Сейчас я медленники поставлю. Ни у кого нет макроса. На что? На маусовер? Нормальный макрос пользуюсь. О, типа, как сделать баф на кулак? Так и делаешь. Маусовер, тот же самый макрос. Ну, скинь его. Да сейчас не могу, я немножко занят, понимаешь? Так, значит, смотрите, с квадрата дискорд. Так, вот мы конём, с квадрата демоны не появляются. Ему не надо дискорд, он знает его. Это хорошо. Поставьте шкаф. Ставьте, субоньте. С креста выходят самые уродливые мобы, это скелеты, которых надо зергать стараться. С черепа выходят бесы.
Ну, череп и квадрат — это охуенные порталы. Значит, по кубам. Плюсы желающие на кубы, кто там стоял уже. Бросьте стопудово. Еще японец. Да? Да? Да. Ну давай, давай, мед. Три тела на кубы еще. Я могу встать, если меня будет подхиливать. Лучше не рисковать, без беды уже поставить. Давай, там, там есть. Коварика, дай его. Коварика, давай. Ну, лок тем более хилится. И пятое тело. В форсете не стоит два окна. Не стоит. Зачет. Давай. Зачет из беды. Да, ты только за тряпку поставил на трусы. Поменяй его на луну хотя бы. А какая разница? Угу. Ну там из портала потом вылезет трэш, она его просто сбреет, если вовремя не затаунтит. Ты ничего не сбреет, там танки такие, там все вовремя затаунтится. Этот самый... Зачетный это Кават, говоришь? Зачетный это Кладбон. А, сейчас послышалось Кават. Заходите за линию. Все тут, нет? Значит, я на боссе, ты на трэше. Грутар в этом фурике. Идем, у него там дамаг, я и бьюшь просто. Час, две секунды. Карин, а, мишку не, за, не забудь отвезти. Патронки с тобой, босс? Мне, я типа, да, справлюсь. А чё ты и соло не можешь босса потанчить? Ага. Каску по друидам. Чем? Чем? По магам тоже. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Оль, а чё ты не в сапоги? Вроде по всем ебанул. После пола объясни, что там. Как паладин ёбывать с этими касками, смотри, там чё, о, как. Там на аддон есть. Ну полипауэр я знаю, но он неудобный очень. Я кулаки ему 5 раз даю. Типа я там видел сразу какую-то пару раздавал каску. Я не знаю, мне на престе нравится. Один раз масс-баф нажал и все. Так, подожди, ты же сам, дай себе каску. Раздевалка, успокойся. Ну это им это тапнули. Т5 на ОЕ сделали вместо солта. Погоди. 350 проков тотема. Это нормально это вообще? Когда там активация? 20. 20. Ну, они, стаки спадут. Блин, забей, тут никогда не получится стаки сохранить, только в слабом рейд. Еру. Сорян, я напомню.
со вспышкой он таргет, не дамаг. Аккуратнее. Да, я бабл прожму, если чё. Чать Мактеридона. Там на последней секунде никто не да, не кастовать вообще ничего. Сейчас печеньку оверхильте. Печеньку сейчас. Бесы. Дайте собой. Я думаю, надо в босса влиться, а потом уже перевести. Чтоб вторых кубов не было. Не буду сначала. Бля, это хуёво мне КОЕ так давать. Лок, дай стан по бесам. О, боже. Следующая вспышка у нас. Переводить. Ага. Лучше. Лок, лок. Да, к воротам желательно. Не знаете, куда сегодня рейд будет? Даем, возможно. ЗЛК обычка будет? У меня просто покупатель на Т5, я уже не могу неделю ходить в рейд. А он ждет. Вот представь себе, Карин, у меня так... О! Кирс, если Ханс? Чё. Ты знаешь моего покупателя, а то до Уруса нет, обычно я ему говорю, чтобы он... Не, Корене, спасибо. Ну, этот, на шамана или мне в дис напиши его. Я в дискорде тебе его... это там ему с ЗС-ки, штаны и голова паладиновские нужны. Ну или сока чест, но чест нужен кого-то, поэтому я не знаю, будет ли он сегодня... Мой максимальный барышество было... голову ролили на офспек и отдали, и там еще один остался человек. А штаны, скорее всего, ролить не будут половину. Кроме кого-то, об этом никто не говорил, можем просто так нажать. Нет, просто так не. Я тоже буду на офспек ролить. Гестеров, шамана.
Ну, не важно, никто не произносит это. Этот ник, правильно. Просто вроде Дон, ну и ладно. Раздевалка, я вижу. Только у тебя с этим, по-моему. У тебя общий, по-моему, нет? Потому что у меня на первом месте Вервульф, а ты на втором стоишь. У него соло. А, это в соло, то да, все, да, все да. Понял. А зачем ДЦ Присту вот этот посох? На офспек? Жура. Какой хэнд это посох? Зачем ДЦ Присту, типа... Там другого ничего нет, чё это так? Коварику отдавай посох на мейнспек. Раздевалка, ты мне лучше скажи, есть смысл два куска делать? Или, ну, или только четыре? Да. Раздевалка, это... Чё, это на мейнспек отдавай. Или все четыре открывать? Нафиг. Тут уже почти никого не осталось. Ну, раздавака, 40 тысяч выдавать, это тоже, конечно, фиктивно.